Об итогах участия делегации Якутии во втором Восточном экономическом форуме сегодня рассказали журналистам. Республика представила на форуме 22 инвестпроекта. Наибольший интерес журналистов вызвал проект строительства моста через Лену. Заинтересованность проявляет китайская компания Синогидро Корпорейшн. Однако, по словам Алексея Стручкова, пока есть только предварительные договоренности. Еще один проект – это сотрудничество южнокорейской компании в строительстве Жатайской судоверфи. Инвестиции составят более 5 миллиардов рублей. В год судоверфь сможет выпускать 10 новых речных судов и ремонтировать порядка 6. В рамках данного мероприятия было представлен ТОР «Индустриальный парк Ангаласы» путем оформления стенда с комбинированной интерактивной тач-панелью и встроенной телепанелью с размещением информации о месторасположении резидента, особенности конференции ТОР. В рамках этого программы состоялся ряд встреч главы. В частности, прошла встреча с губернатором Хоккайдо, на которой обсуждались практические вопросы, в том числе обсуждался город умного земледелия в муниципальном районе Ангаласский Рудс, также проект о балах.